Здорово, с тобой Гар. На носу у нас уже висит 5-й сезон. В первом видео я разобрал лорную часть пасхалки, а теперь настало время контентовой с наградами. И как всегда, ваш покорный слуга Гар разобрал ее первым в ру комьюнити. За это обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я буду всегда стараться разгадывать пасхалки самым первым. Погнали! Берем Бласка первым делом и летим на обломки в сторону точки С1. Вот сейчас мы летим к одному из красных контейнеров. Аккуратненько садимся. Идем внутрь красного контейнера. Заходим в него. И здесь под коробками лежит передатчик. И вот такая вот интересная лорная запись нас ждет после включения рации. Чтобы выжить, нам сначала надо разобраться с Вульфом. Когда-то давно ОС получил данные, которые доказывают причастность США к блэкауту. Если мы расскажем об этом всему миру, операции Вульфа конец. ОС поручил хранение этих данных одному из наших людей. Ну и, собственно, здесь находится эта рация. Идем далее. Теперь нам нужно найти секретный передатчик на этой карте. Снова садимся в вертолет и летим, опять же, рядом с С1. Передатчик находится вот в этом треугольном закоулке внутри. Собственно, вот он, и слушаем запись. Наш контакт. Они следили за нами, будто призраки, скрывающиеся во тьме. В сообщении указывается место, где наш контакт оставил данные. Когда мы найдем их и транслируем по всему миру, все узнают о причастности Америки к блэкауту. Вот такая вот интересная запись, и мы открыли первую карточку. Второй на очереди у нас идет карта «Горячая точка». Берем вертолет, обязательно, и берем Бласка снова. Летим в сторону точки G1 к солнечным панелям. Это правый ряд, вторая панель. Нужно упасть обязательно сверху на нее, иначе не получится ее взять снизу. Ну, можно еще, конечно, поставить машину под солнечную панель, и тогда получится взять. Берем данные, слушаем лор. Когда новости разлетятся по всему миру, Вульф станет козлом отпущения. У него начнется бюрократический ад. А у неприкаянных, наконец, появится шанс на выживание. Найдите способ транслировать данные. И вот здесь находится на карте. Дальше нам понадобится снова вертолет, потому что передатчик, который мы будем активировать, находится наверху С1, и только с помощью вертолета можно будет его взять и активировать. Так как вертолет мы угробили, берем Кондор, американскую корову, и летим в сторону точки С1. Забираемся немножечко повыше и выпрыгиваем с парашютом так, чтобы можно было залететь на левую часть водохранилища или что это, не знаю. И там находится передатчик, который нужно активировать. Аккуратно приземлились, взаимодействуем, слушаем лор. Данные в эфире. Отличная работа, неприкаянные. Теперь остается только ждать. Скоро весь мир узнает правду и Вульфу каюк. У нового мира Оза появился шанс. Пока все устаканится, пройдет немало времени. Да и наш новый дом построен будет не скоро. Но я уверен в одном. Нас ждет светлое будущее. Ну и мы получили вторую классную карточку. Вот здесь находится на карте, если что. Ну и финальный этап пасхалки проходит на карте Возрождения. Здесь нам нужно найти 3 антенны и провести тест спутника Буревестник, который нам кое-что в конце продемонстрирует. Первым делом летим в сторону Е2. На краю поля с картофелем находится первый передатчик. Лучше делать это на вертолете, потому что как бы так проще намного будет перемещаться, передвигаться по карте, потому что она достаточно большая. В общем, вот здесь находится первый передатчик. Подходим к нему и активируем его. Слушаем лор. Перед использованием Shearwater 2 в Южной Африке ОС хочет проверить его в деле. Нельзя допустить очередной блокаут на новой родине неприкаянных. Исход. Вы должны активировать спутник и проверить, как он работает. Давайте-ка устроим супершторм.
Ну и вот здесь он находится на карте. Вы уже понимаете, да, к чему идет эта пасхалка? Ну, в общем, ладно, не будем темнить. Следующий передатчик у нас находится на точке С1, на крыше. Садимся в вертолет и летим к нему. Активируем его кнопкой взаимодействия. На этот раз лора не будет. Вот точка на карте. Ну и летим к последнему. Последний находится рядом с точкой B1 на небольшой горочке. Вот точка на карте. Активируем и смотрим, что происходит. Можно сказать, это леволюшн на этой карте теперь. Твою ж мать, сработало! Не может быть! Теперь все изменится. Ос наконец-то даст новый дом неприкаянным. И мы сможем сделать намного больше. Усмирим суперштормы. Спасем природу. Спасем мир. Просто охренеть. На этой карте мы теперь можем активировать торнадо, ребята, прикиньте, это так круто. Ну и также в награду нам дают вот такой вот скин на Супер 500 и на Ков Бравлер на БТР. Спасибо большое за просмотр, не забывай ставить лайк и подписываться на канал, а также ставь колокольчик и пиши в комментарии, как тебе пасхалка и что теперь можно активировать торнадо. С вами был Гар, всем пока. Мне нужен доклад о ситуации. Все идет по плану, держим секторы, оттесняем противников.